Дорогие друзья, приветствую всех вас в нашем головном офисе компании BitTimes. Ну, наконец, свершилось. Хочу вас поздравить. Мы родили, произвели на свет тот долгожданный продукт, который долго-долго я анонсировал в течение нескольких лет. У нас что-то откладывалось, переносилось, вносились правки. Но, наконец, в конечном виде, завершенном, мы этот продукт произвели, и, конечно, мне большая радость, хочу поделиться ею с вами и рассказать об этом замечательном препарате, буквально несколько слов. Я думаю, что очень много каких-то интересных таких фишек будет в нем по прямому и непрямому назначению. До начала предыстории, да, некоторые. Сначала мы выпустили комплекс 3R препарат, да, это был такой ответ заокеанским производителям, которые за какие-то сумасшедшие деньги продавали ресвератрол. Я рассказывал ту историю, что в каком-то аэропорту я видел аппарат с ресвератролом, стоил там чуть ли не $100 по тем деньгам, и, честно говоря, меня смутилась эта ситуация, и захотелось в свое время сделать препарат, который не только ресвератрол содержал бы, но еще любимый нам дигидрокапсетин, энзим Q10, вот тогда мы такой детоксицирующий продукт выпустили. Но, естественно, уже тогда я задумывался о некой второй фазе, да, это, как говорится, сделать тюнинг, the stage 2, как говорят некоторые. Ну, совершенно, в конечном счете, речь зашла о другом препарате, и основная задача была создать парафармацевтик, который максимально близок идеологически, физиологически к нашим ферментным системам. Речь идет о мощном антиоксиданте, который содержал бы в себе те самые любимые наши ферменты, которые работают на второй фазе детоксикации. Это супероксид дисмутаза, каталаза, глутатион, пероксидаза. Ну, пероксидазу мы не используем производстве. Мы используем глутатион, а также его бустеры, так называемые вещества-усилители, к которым относится ацетилцистеин. Да? Буквально еще попозже несколько слов и я скажу. И так вот эта идея витала, да, создать вот трехкомпонентный препарат, хотя где-то уже попадались на каталазу, супероксид дисмутаза. Ну, хотелось бы вот это трио антитоксическое сделать в одной упаковке. Ну, вы же понимаете, рождается идея, она постепенно обрастает, и вот конечный вариант, он гораздо сложнее получается. Ну, не буду вас томить долго, на выходе мы получили с вами мощный антитоксический препарат, который убирает, ну, минимизирует до невозможного практически уровень хронического воспаления соединительной ткани в сосудистой стенке. Это очень важно, учитывая, что вашему покорному слуге уже за 40. Это очень актуально. И, конечно же, у нас была мечта сделать препарат с дигидрокверцетином в очень хорошей концентрации. И вместо того, чтобы делать два препарата, в итоге получился один. Вот в комплексе 3D есть у нас и супероксид дисмутаза, и каталаза, и глутатион, и ацетилцистеин, и дигидрокверцетин, аж целых 50 миллиграмм на прием. Это более чем достаточно. Тем более, что есть практика, кто-то применяет по 25 миллиграмм, кто-то по 150 миллиграмм. Это очень хорошо в комплексе вот, с тремя антитоксическими компонентами. Ацетилцистеин усиливает действие глутатиона, причем он в правильном соотношении с глутатионом заложен в данном препарате. И, собственно говоря, ничем другим не остается дополнить данную замечательную историю, как другими антиоксидантами, всеми известными, это витамин А, витамин Е и витамин С. И вот здесь интрига кроется. Витамин С у нас здесь в жирорастворимой форме. И поскольку, ну, многие из вас уже знают, что я
свои изыскания провожу сейчас именно на поприще эстетической медицины. Жирорастворимая форма витамина С крайне важна и необходима для ресинтеза и для реассемблирования коллагена, что в соединительной ткани, что в коже. И поэтому в комплексе с нашими передовыми косметическими средствами серии Ревела, особенно третьей серии, это просто будет законченная история, логически. Поскольку вы должны знать, и я всегда об этом говорю в последнее время, никогда никакой коллаген не будет синтезирован, если не будут использованы профессиональные субстанции, содержащие медь. Если в организме не будет достаточного количества витамина С и желательно именно в жирорастворимой форме. Поэтому мы получаем препарат для детоксикации, для борьбы с ускоренной деградацией соединительной ткани в суставах, да? Для борьбы с деградацией коллагена в коже, естественно, препарат для женщин в первую очередь, кто пользуется передовыми косметологическими решениями нашими, ну и для тех мужчин, которые следят за собой и хотят еще, как говорится, долго-долго выглядеть хорошо и, как говорится, быть способными на многое. Ну, что касается способностей, то тоже еще одна вишенка есть на торте. Это селен, который действует на иммунную систему и на репродуктивную. Поэтому вот эта первоначальная идея создания вот мощного антитоксического препарата стала гораздо более этим широким, да, понятием, смыслом, и в итоге мы получили препарат для кожи, для сосудов, для суставов, для соединительной ткани, для репродуктивной системы и, конечно же, для детоксикации. Вот этот препарат может заменить очень многие средства, которые существуют на рынке. Поэтому прошу отнестись к нему с любовью и с удовольствием оценить все его преимущества. Это долгожданное завершение многолетнего труда, и, собственно говоря, ну, я могу спать спокойно в ближайшие несколько лет, дорогие друзья. Удачи, здоровья, процветания, красоты.